Привет! С вами Апельсинчик ТВ. И сегодня я покажу, как мы будем фотошопить себя, аватара и других аватаров. Для этого нам понадобится очень много работы и фотиков с бандикама. Сразу же говорю, у кого нет бандикама, ссылка в описании. Или даже на видео. Просто. Блин! Итак, надо сначала себя сфоткать, сделать маленькое окошечко. Все, сделали. Теперь надо пойти на улицу и сфоткать других аватаров. Это займет много времени, точнее мало. Идет загрузка. Сейчас мы будем фоткать. Так. Сейчас мы сфоткаем вот эту вот девочку с... Вот эту девочку. Хотя не. Вот эту девочку сфоткаем сейчас. Блин, куда она подевалась? Лагает так на улице. Прям много народу. Так. Сфоткаем Светлану. Все, сделали. Теперь пойдемте в сквер. И в сквере там сфоткаем всех. Ой, блин, меня пинают. Как же это меня надоело. Тебе не видать меня. Тебе не видать. Чтоб ты была в видео. Короче, все, пойдемте в сквер. Мне надоело это. Да, блин, что так лагает? Давайте мы сфоткаем грудничков. Иди сюда, грудничок. Ну, повернись на меня. Вообще какой-то грудничок тупой. Во, все, молодец, собака повернулась. Нет, он тупой. Все, достаточно. Теперь открываем программу Paint to Sell. Вот мы в программе Paint to Sell. Открываем файл открыть. Мои видео. Тут много разных видео. Вот фоточки. Можно было себя и не фоткать. У меня есть уже моя фоточка. Теперь будем обводить вот эту девочку. И да, я поставлю на паузу, и это займет немного. Итак, у нас готово. Если вы ввели нечаянно коряво, то можно это подправить цветами. Вот, готово. Вот я ввела. Теперь что вам только остается вот так вот сделать. Если вам часть улиц мешает, то просто сотрите ее. И вот у вас получился у вас аватар. Можете это вообще убрать. Если у вас остались вот эти вот фигни-мигли, то можете их вообще стереть. Ссылка на программу вот готова. Теперь берем следующего аватара. И также обводим. Блин, ненавижу эти прически, сложно обводить. И да, можете каким угодно цветом. Мне легче черным. Или каким-нибудь малиновым, например. Я хочу красный. То есть, как вам угодно. И да, мы еще можем в фотошопе. Да, мы еще можем в фотошопить там. Вот я, мы все ввели, если вы повторяете это за мной. И опять же делаем так же. Сделали. Получилось. Вот эти фигли-мигли убрать. Блин. И тоже эти фигни стираем. Получилось. И также беру следующего аватара. Последнего. Вот наш аватар. И да, там видно мой леденец. Вот там. И также обводим. Готово, соответственно. Блин. Сейчас.